Откройте. Кто там? Откройте, пожалуйста, это не важно. Откройте, страшно. Хорошо, сейчас открою. Ой! И это блог! О, привет. Куда побежим? Куда глаза дели? Увидел. Так, ладно. Хорошо, из здания вышли. Что теперь делать? А вон там моя машина. Поздравляю, вы просто гений. Ой, ты просто гений. Спасибо, я всегда гений. Я-то не гений, я всегда бензин развожу. Короче, я буду за рулем. А почему ты за рулем? Моя же машина, мое и дело. А у тебя документы есть на машину? Нету, я эту машину где-то 2 недели украл. Вот-вот. У тебя документов даже нету. А вот он. Хорошо, что у меня есть. Ребята, давайте быстрее, там блок ползет. Ну все, давайте, поехали быстрее. Стой, тормози, там тупик. Ну что, сидим? А что ему делать-то? Вылезает с машины. Ой. Подруляю, моя машина сломалась. Надо теперь что-то делать. Да, надо бы срочно что-то делать. Там, кстати, неподалеку корабль. Вот, на нем и поплывем. И это надо делать как раз быстро. Почему? Да посмотрите назад-то. Ой. Бежим! Все, к кораблю прибежали. Надо теперь садиться. Я буду управлять кораблем. Я буду
смотреть спереди, а я смотреть сзади. А, поплыли быстрее. Полный вперед. Так, почему мы встали? Потому что мы цепочку забыли снять. Ну вот как всегда. Я не пойду снимать. Ну раз не хочешь, тогда мы все умрем. Ну там блоб уже. Он отцепит. Ага, он прям сюда ползет. Эй, пока, блоб. Мы, наверное, еще с тобой встретимся.